Приветствую зрители моего канала. Сегодня будет пирог. Мы давно не пекли пирогов. Будет пирог с малиной. Очень мне нравится. Бабушке очень нравилось. В общем, сходил в магазин, купили малину. Цена за килограмм 360 рублей. 315 рублей получилось 310 грамм. Запах, конечно, обалденный. Была она немножко, так скажем, подзаморожена. В холодильнике лежала. Но вот сутки прошли, вот, с морсом растаяло. Очень ништяк, все нормально. Так, еще есть у меня сгущенка рогачевская. Самая, кстати, хорошая, всем советую. Есть еще видео у меня, как варил сгущенку, то есть банка не взорвалась, ничего, все это нормально. Вот. И тесто у нас суточки пролежало. Все шикарненько. Щипа, это для шашлычка у нас будет. Маслице. Все отлично, все четко. В общем, тесто получается поднялось у нас, да? Ну вот оно уже, как бы оно сейчас немножко-то, наверное, все-таки поменьше. В общем, я думаю, подумаю, раз есть сгущенка, испечь сразу два пирога с малиной и со сгущенкой. Или можно вообще, наверное, намазать вначале сгущенкой, в общем. Да, наверное, слышите, намажу, потому что тут полкило, тут как бы вообще, считайте, понты его. Вот, наливаю масло. Можно, кстати, да, наверное, намазать сгущенкой и сверху положить малину. Получится и сладко, как бы, и обалденно получится. Просто супер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и комментариев больше там строчите, строчите. В общем, смотрите, как это все делается. Сейчас я вас научу. Также в плейлисте вы можете найти видео. В принципе, на видео видно, как я это делаю. А так еще в плейлисте есть видео, в общем, как я пек пироги по бабушкиному рецепту. Она так уже в возрасте, когда была уже. То есть обычные такие, самые-самые простые, это вот именно очень-очень простые такие пироги. Проще, как говорится, проще некуда уже. Так. Единственное, маслице я тут что-то немножко переборщил. Можно поменьше его. Вот. Но самое главное, чтобы вот этот вот пирог, он... Можно скалкой его лучше всего прохерачить, и будет нормально. Но я не знаю, есть ли скалка и вообще, где она. Я ж не шеф-повар. Я ж готовлю только для видео. Без видео я не готовлю. Не готовлю. Готовить я вообще не люблю. Это так, чисто... Это спасибо то, что Виталий Сердюк написал, что, говорит, готовь. Этот самый нормально, говорит, Костян, у тебя получается. И Голованыч видео поддержал. И вот я уже стал готовить. А так бы я бы, конечно, не готовил. Я что-то свое такое попробовал приготовить. И вот понравилось. Так, ну все, смотрите, в общем, нормально дело. В принципе, ровненько. Все, давайте тогда я сейчас сгущеночкой. Сейчас нахерачу это дело все. Вообще шикарно будет. Ну что, шеф-повар готовит. Алло, гараж. Алло, гараж меня звать. Все, а 5185 это секретный код. Никому не говорите. Это именно тот код, чтобы никто не догадался, в общем. Если будут меня искать, то меня не найдут. Могут только меня найти, узнать по секретному коду. Скажут, алло, гараж, я скажу, говори код. Вот знает код, все, значит, знает меня. Не знает код, значит, не узнает меня. Так что это дело такое. Смотрите, в общем, намазал сгущеночки. Сейчас еще вот так вот налью немножко. Немножко налью. Так. Сегодня буду готовить уху. У меня всего одна уха на канале. Давно я уху не готовил. То рыбу ловили, рыбу шкерили, рыбу готовили, а вот уху, уху. Ах, красота, красота! Посмотрим, может быть, будем... Сейчас этот новый челлендж идет с этого, с востока. В общем, надо есть на видео. Есть на видео, не стесняться. Это для тех, кто не стесняется. В общем, ест на видео. Новый челлендж.
Самое главное есть. Остальное все это. Все это остальное. Без футболочки своей я фирменной, видите? Футболочки надо будет постирать. Положу сейчас футболочки, постираю. На этой самой, на легкой такой стирочке. Ну тут даже с этими зелененькими попалось. Кто-то не заметил. Не будем считать, что это для веса положили. Вообще шикарно. Ой, пирог, да что? Бомба, бомба пирог. Всем советую, кстати. Ничего сложного нет. Вот купили тесто именно дрожжевое. Не для пиццы, хотел сказать, птицы. Именно дрожжевое. Дрожжевое тесто положили, полежало оно у вас 3 часа. Оно немножко поднялось. Если хотите там через час готовить, да, положите его наверх. Как можно выше, все выше. И выше! Положили это тесто, в общем. И все, проблем-то нет. Оно поднялось. Любые замороженные ягоды купили. Тесто немножко смазали эту формочку. Противень вот этот, чтобы был. Ну, противень купите, рублей 200 стоит. Не более того. Ай, выльем это все. И все, все. Масло немножко налили, положили тесто сверху ягод, допустим, если брусники, к примеру, там или черники, или клюквы, то сверху песком посыпали все в разогретую духовку 220-240 градусов на 20 минут. Поставили на среднюю полку. И пирог ваш готов. Все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч, друзья. И смотрите плейлисты. Ссылочки еще будут в описании. Ну все, и пирог наш ставим. Разогретую уже духовочку, уже подогрел, уже все нормально. Разогрелось. Все, на 20 минут сейчас. Будильник поставлю, чтобы не забыть. Ровно 20 минут. И будет наш пирог готов. Температура у меня 240 градусов. Все. Можете 220-200 ставить. Ну, вот такая небольшая дописочка, видите? То есть градусы 200-225, 15-30 минут. То есть в среднем 20 минут делается. Так, ребята, прошло у нас ровно 10 минут. Что мы забыли? Мы забыли посыпать сахаром. Сейчас посыпем еще сахаром его. Жар, конечно, такой стоит вообще. Так, сейчас посыпем. Много не надо. Ну, вы сами смотрите, хотите, можете не сыпать. Я думаю, что малинка все-таки она будет немножко-то покислее. Поэтому лучше всего я для себя готовлю. Поэтому сахарок самое то. Ну и сгущеночка еще внизу, опять же. Двойной такой пирог получился. Ну все, главное... Много не буду сыпать, этого, так скажем, предостаточно. Практически он уже подходит, видите, вот, единственное, что будет кипеть, в общем, журчать, это вот сок стек, и он как бы такой, вот, но будет, зато внизу он поджаренный. Так, ну все, смотрим дальше. Так, ну и все, пирог наш готов. Я сейчас варил молоко с кола-калой. Калой, кока-као, чемпион среди какао. Вот, так что буду сейчас с молочком, с какао пить этот замечательный пирог. Подписывайтесь вы на канал, пишите комментарии, лайкосы ставьте. В общем, смотрите, немножко он этот не подгорел, а запекся, так скажем. В общем, 25 минут у меня было. Вот это вот черное, да, и вот здесь. Это потому что сок стек. И он получится, этот сок, именно сахаром, В общем, он внутри. Я люблю так немножко, чтобы вот пирог чуть-чуть подгорел. И чтобы вот этот сахар, он запекся. Запекся внизу. И очень вкусно. Мне очень нравится. Ну, а так, в общем, ровно 20 минут делайте, чтобы вот
сахар внутри не запекался, допустим, у вас. Так, ну давайте разрезаем и будем пробовать, да? Ну как я? Пирог-то, смотрите, испек пирог. Так, курочка будет еще видео. Будем мариновать курочку. Так, ну вот он наш пирог. Полностью приготовился. Вот это вот по краям, получается, он как сгорел. Но на самом деле ничего он тут не сгорел. Внутри он немножко влажный из-за того, что сока много в малине. Можете сок, допустим, не выливать сюда. Но я делаю все. Это как хот-доги. Вам, говорит, все ложить. Одним что-то не ложить, а другим ложить все и намного еще больше. Поэтому мне все. И немножко больше. Пропеченный, смотрите, полностью пропеченный пирог. Вот. Ай, горячий какой. Видите, не горелый. Я же вам сказал, не горелый. Это вот только с краев. Это этот сахар. Сахар подгорел. И все. Так, еще я снял видео. В общем, ну это отдельным роликом я видео снимал, как я готовил кола-као. Кстати, чемпион среди какао. В общем, молоко отварил и сразу сюда. Сразу сюда. Ну, еще добавил сахарного песку, потом еще сгущенки положил. В общем, стало приторно. Теперь, получается, я отопью пятую часть, добавлю молока, потом еще отопью одну треть, добавлю еще молока или кипятку, и потом все четко будет. Все, с одной кружкой, в общем, доливать буду, и будет две кружки. Вкус малины как лесная такая вот, лесная, с запахом. Очень вкусно. Немножко такое кисленькое, кисленькое. Хорошо сахаром посыпал. Сахаром не посыпал, было бы кислее. Тоже было бы вкусно. А еще сгущенка. Забыли про сгущенку-то. Все. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. Ссылочки еще будут в описании. И в плейлист. Сразу в плейлист туда заходите. Смотрите все подряд. Полностью все. Выходной день пришли. Что делать? Дела сделали, приготовили, легли на диван. У кого есть телевизор, телефон поставили, у кого телефон есть. Нетбук, ноутбук, на плазму, вывели мой канал, плейлист с готовкой и пошли смотреть. И на целый день. Смотрите и потом сразу спать. Все. Вот так будет. Честно. И насмеетесь. И нарадуетесь, и от души. Кучу рецептов узнаете, приготовите полностью, полностью все.